Если мы готовы, мы можем начинать. Уважаемые дамы и господа, приветствую вас сердечно. Во время сессии диалога лидеров высокого уровня во время форума ИГЭ мы будем говорить о последствиях на службу здравоохранения и о роли управления интернетом в эре неуверенности. Это тема нашей сегодняшней сессии. Мы будем говорить о роли, которую цифровые политики могут сыграть в области обеспечения здравоохранения, особенно в чрезвычайных ситуациях. Меня зовут. Я из Германии. Пандемия COVID-19 показала, что развитие цифровых технологий может привести к тому, что наши общества будут более стойкими на угрозы для общественного здравоохранения. Нам нужно было многому научиться за последние месяцы. Не только наша служба здравоохранения, но также и граждане приспособились к новой ситуации. Появились многие цифровые инструменты, которые могут помочь и гражданам, и системе здравоохранения справиться с этим кризисом. Но если технологии сопутствуются неэффективными политиками, это может повлиять на общество. Мне кажется, что мы все находимся на пути в каком-то новом направлении. Никто не знает, ни одна страна, ни одна служба здравоохранения, ни один оператор на самом деле не знает, не в состоянии определить, каков цифровой потенциал, который может нам контролировать пандемию. Что касается цифровых технологий, что они могут сделать, как они могут помочь улучшить состояние здоровья в обществе, какие вызовы несет с собой телемедицина. Это все те вопросы, которыми мы будем сегодня заниматься. Также и в контексте пандемии мы будем говорить о конкретных ответах с применением технологий в контексте службы здравоохранения. Это все те темы, о которых мы будем говорить на протяжении последующих 10 минут. Первый вопрос. Могут ли цифровые технологии привести к осуществлению целей уравновешенного развития номер 3, то есть здоровье и качество жизни? И все это в контексте пандемии COVID-19. Я, пожалуй, представлю наших гостей. Я хочу поприветствовать сердечно госпожу Анну Рада Гупта. Она является CEO Gavi. Большое спасибо за ваше присутствие здесь. Я хочу также поприветствовать Киру Радински, которая является председателем и CTO компании Diagnostic Robotics с местонахождением в Израиле. Она является со-создателем этой компании, специализируется на употребление данных, data mining, ее программное обеспечение предусмотрело появление впервые с 130 лет холеры на Кубе. Среди наших панелистов с нами господин председатель Марлона Бона. Она руководит департаментом регуляционных вопросов в университете Ригуленстанвер в Республике Южной Африки. Она занимается также общественным здравоохранением. С нами также господин Бернардо Мариано, он является директором департамента по здравоохранению и инновации в Всемирной организации здоровья. Он отвечает за координацию любых вопросов и стратегий, которые касаются цифрового вклада в общественное здравоохранение в рамках Всемирной организации здравоохранения. И с нами еще господин Анурагта Гупта из Нью-Дели в Индии, господин Анураг Агравал. Так что у нас очень интересный состав панелистов. Мы с интересом выслушаем ваше мнение. Я попрошу вас только выключать микрофоны, когда не будете говорить.
Думаю, что мы все будем уже вскоре экспертами в области этих нетипичных бесед, которые уже стали нормой этих времен. Так, по крайней мере, кажется. Большое спасибо за то, что вы приняли участие в этой панели. Давайте начнем. В последнее время, думаю, что мы все согласимся, что ничего не было большим вызовом для системы здравоохранения, чем пандемия COVID. Многие были подавлены этим быстро растущим скачком количества зараженных и, конечно, тех, кто умер. Мы под впечатлением службы здравоохранения, мы видим усилия, поэтому очень быстро начались применяться цифровые технологии для того, чтобы лучше справляться с этой проблемой. Базы данных, их улучшение, системы информации о здравоохранении, они все совершенствуются. Очень широкое количество разных мер, которые предпринимаются менее или более систематически во всем мире. Видим, что цифровые технологии применяются для того, чтобы более эффективно бороться против пандемии. Каков ваш опыт в этой области? Как цифровые технологии до сих пор помогли уже системам здравоохранения в это трудное время, во время пандемии? Я попрошу вас представить свою оценку того, как насколько тесна эта взаимосвязь, то есть цифровые технологии, которые применяются для того, чтобы бороться против пандемии. Я передам слово господину Бернардо Мариано, который именно занимается цифровым здравоохранением в Всемирной организации здравоохранения. Большое спасибо, Патрик. Здравствуйте и добрый вечер всем, в зависимости от того, где вы находитесь. Я начну с того, что мы во Всемирной организации здравоохранения продвигаем цифровые технологии в контексте службы здравоохранения. Они должны применяться, должны сосредотачиваться на людях, должны пользоваться доверием, они должны быть уравновешенными, инклюзивными и равнодоступными. Они также должны быть размещены в соответствующем контексте, который отражает то, где данная технология применяется. Во Всемирной организации здравоохранения, это хочу подчеркнуть, с момента вспышки пандемии мы были свидетелями отличного сотрудничества между этими секторами. Мы получаем огромную поддержку со стороны наших традиционных партнеров, как ITU, но также со стороны частного сектора. Эта поддержка является действительно очень большой. Жалко, что понадобилось пандемии, чтобы до этого дойти. Каков наш опыт? Как цифровые технологии нам помогли в системе здравоохранения? Я хочу учесть три области. Первое – это вопрос того, что нужно сосредоточиться на людях. Второй вопрос – это добавление ценностей к существующим системам, а также расширение количества рабочей силы, персонала. Это те области, в которых мы стараемся действовать и подумать о том, как телемедицина может помочь, как может поддержать службу здравоохранения на национальном уровне. Эта технология уже является соответствующим образом зрелой, но нам нужно построить политики для того, чтобы смочь использовать эту технологию. В начале года у нас появилась потребность отслеживать те контакты. Цифровые технологии тут нам решительно помогли. Мы использовали программные обеспечения для contact tracing, для отслеживания контактов между людьми. Многие страны в начале пандемии не справлялись с этим, и цифровые технологии могут нас поддержать. Отслеживание контактов должно быть неотъемлемой частью
системы здравоохранения. Если этого нет, мы не используем потенциал, который у нас есть. Но мы также начали сотрудничать, например, с Эстонией, для того, чтобы создать цифровой сертификат прививок. Мы уже начинаем думать о прививках. Это, можно сказать, желтая карточка, то, что сейчас происходит. Это желтая карточка прививок в развивающихся странах. Но это то, что взрослые могут иметь, то, что признается на трансграничном уровне. Мы начали также создавать программу, которая позволяет лучше двигаться по интернету, чтобы поддержать именно службы здравоохранения в справлении с пандемией. Что касается медицинского персонала, мы ускорили действия Академии Всемирной организации здравоохранения. Там очень мощный цифровой отдел. В рамках нашей академии мы создали обучательную платформу, которая обеспечивает цифровые курсы по обучению в 42 разных языках. Там разные темы, включая и ковид. И там 5 миллионов пользователей на данный момент. Я все это говорю для того, чтобы сказать, что мы ускоряем применение цифровых технологий в пандемии. Но мы могли справляться гораздо лучше, чтобы подготовиться к следующим кризисам. Большое спасибо за эту, за первое выступление. Бернардо назвал несколько моментов. То есть подход, который опирается на инклюзивность, сосредоточенность на человеке и также доверие. Нам нужно относиться к глобальному контексту, что является главным фактором, который вы, как Всемирная организация здравоохранения, считаете самым главным. То есть дело в том, чтобы технологические стандарты были одинаковыми, или скорее дело в том, что нужно улучшать управление разными политиками. Ты говорил о том, что эта технология на самом деле существует, что пробелы есть в других местах. Да, нам нужно осознать, что зрелость в области технологий разных стран является разнообразной, и она имеет значение. Мы обуславливаем помощь, в которой нуждается данная страна, именно от этого уровня технологии. И каждый из нас имеет свою роль, которую нам нужно сыграть. Мы, как Всемирная организация здравоохранения, смотрим на это в контексте того, как справиться с вызовом, связанным с интероперативностью. У каждой проблемы есть, у каждой страны, извините, есть с этим проблемы. И использование цифровых технологий для того, чтобы поддержать службу здравоохранения, это то, что требует интероперативности. Вчера членские страны приняли нашу глобальную стратегию, касающуюся цифрового здравоохранения, и мы хотим быть уверены, что зрелость здравоохранения, инвестиции, капиталовложения в цифровое здравоохранение позволит нам перейти от настоящей ситуации к будущему. Мы опубликовали наш гид по инвестированию в цифровое здравоохранение, который говорит о том, что если вы на таком уровне зрелости, ваши капиталовложения должны идти по этому пути для того, чтобы спустя год получить такую добавленную стоимость, чтобы ваша зрелость улучшилась, поднялась. И мы так понимаем, что разные страны находятся на разных этапах, и мы должны сотрудничать и сообщать для того, чтобы выравнивать этот уровень технологической зрелости. Спасибо большое. И сейчас я сосредоточусь на одном аспекте, о котором ты говорил. Я хотел бы обратиться к Кире. Сотрудничество с частным сектором является существенным вопросом. Конечно, пандемия все это ускорила. В плане здравоохранения усилились эти отношения с частным сектором. Кира,
как председательница стартапа, не знаю, правильно ли это название, но это ясная компания, уже на раннем этапе принимала участие в управлении пандемией COVID-19. Ты можешь нам рассказать что-нибудь об этом отношении между общественным здравоохранением и частными компаниями? Где дела пошли вперед? Где это сотрудничество ускорило? И сейчас оно теснее, чем раньше. Прежде всего, наша компания создавала системы для триажа, для отбора пациентов. Мы этим занимались уже несколько лет. Мы опираемся на исторические данные. Из 70 с лишним миллионов пациентов из США и Израиля наша система задает вопрос по триажу и сможет предусмотреть уровень чрезвычайной ситуации, о необходимости неотложной помощи данного пациента. Во время пандемии мы увидели, что уровень использования врачей уже дошел до максимума, и поэтому нельзя было так продолжать. То есть обучать побольше врачей, предполагая, что их будет достаточно для растущего населения. До 30-го года у нас будет несколько миллиардов человек, у которых не будет доступа к общественному здравоохранению. Время ожидания превысит 8 часов. Это так и будет. Во время пандемии эта проблема усугубилась. У нас все население в кризисе, которое подлежит неотложному отбору. Пациент должен знать, куда ему пойти, что сделать. И этих всех колл-центр слишком мало, чтобы ответить на вопросы абсолютно всех. Поэтому применяются эти программные приложения для контактов. Но можно ли так мониторить пациентов? Достаточно ли это для клинического отслеживания? Поэтому мы начали внедрять нашу услугу по триажу. Всегда, когда у пациента была необходимость войти во взаимодействие с системой, наша система задавала вопросы по триажу и предусматривал, куда пациенту нужно направиться. И если приходило к такому выводу, что нужно его разместить в больницу, так и подсказывала. Но во время пандемии в любой момент мог появиться локдаун. Это было очень важно. Мы знали, где будут самые большие потребности, поэтому мы также ввели систему разнообразных локдаунов. И мы знаем, что это сотрудничество между частным сектором и системой здравоохранения действительно ускорило наши действия против COVID-19. Большое спасибо. Я четко понимаю, что ваша работа имела огромное значение и влияние. Я так понимаю, что вы начали это сотрудничество со службой здравоохранения еще до пандемии, но с твоей перспективы есть какие-нибудь положительные изменения в этом сотрудничестве за последнее время? Я думаю, что много еще предстоит сделать и улучшить. Мы можем всего лишь давать рекомендации. Это отнюдь не означает, что те, кто принимает решения, принимают решения, опираясь на наши данные. Есть и политические моменты, которые имеют большое значение, и они являются более значимыми, чем даже данные или твердые факты, которые были разработаны учеными. Поэтому нужно принять во внимание, что иногда именно эти вопросы твердых данных должны превышать политические интересы. Компания, как наша, предусматривает, например, что ситуация усугубится, но эти данные не принимаются во внимание. Конечно, есть также и теория, что это все сговор, что пандемии не существует. Можно сказать, что эти системы снижают обременение болезней. Но мы, как научное сообщество, должны
понять, как нам выходить на связь с политиками для того, чтобы они предпринимали действия. Например, не было четким, ясным. Усугубляли ли ситуацию то, что дети ходят в школу для COVID-19 или нет? Мы, например, предусмотрели, что дети до 10 лет дважды меньше заражаются ковидом, но не было данных, которые бы показывали, в какой степени они разносят эту болезнь. Если эти данные не будут приниматься во внимание, снизится доверие между нами и политиками. Большое спасибо. Я думаю, что это отношение между учеными, правительством, и все это опирается на доверие, это все интересно. Бернард тоже говорил об употреблении цифровых технологий с точки зрения службы здравоохранения. Именно уровень доверия является значимым со стороны граждан и политиков. Это так выглядит с моей перспективы. Сейчас вопрос Precious. В РПА, в Республике Южной Африки, как это выглядит с твоей точки зрения? Я возвращаюсь к вопросу, касающемуся опыта с цифровыми технологиями, которые были употреблены в борьбе против пандемии. Каков твой опыт за последние 6-8 месяцев? Большое спасибо. Добрый день или добрый вечер. Наш опыт выглядит следующее. Мы начали с создания стратегии цифрового здравоохранения. Это было очень важно. Мы очень трудились над тем, чтобы правильно инвестировать, чтобы инвестировать так, чтобы создать соответствующие цифровые платформы. Задач было очень много. Я начну с этих задач. Уже несколько лет мы проводили подобные инвестиции. У нас было зарегистрированных свыше 30 миллионов пациентов в нашем системе регистрации, но много времени потребовалось для того, чтобы запустить эту систему во всей стране, так, чтобы во всех пунктах здравоохранения эта система была доступной. Вначале это были только маленькие поликлиники, а не больницы в связи с тем, что в госпиталях сложная система управления. И это был наш шаг. Но до этого мы долго работали, несколько лет. Когда ударил в нас коронавирус, нам было необходимо присмотреться к некоторым существующим уже цифровым решениям. У нас была такая система MomConnect, которая основывается на нашей стратегии mHealth. Это платформа, которая использовалась с целью распространения информации, для рассылки информации. И на ее основе мы создали много отдельных приложений. Одно из них было предназначено для отслеживания контактов. Но это не должно, отслеживание контактов не должно быть однозначным с отслеживанием граждан, а это здесь очень тонкая граница, ее очень легко пересекнуть. Заодно у нас было предложение по индивидуальному скринингу симптомам. Мы также создали региональную систему мониторинга здоровья. Мы там собираем такие обычные данные по здоровью. И риск состоит в том, что из-за нехватки интероперности этих приложений у нас были трудности, Бернардо уже об этом говорил, но сейчас, сегодня я могу с удовольствием сказать, что те платформы, которые мы развивали на протяжении лет, они правда пригодились. Благодаря им мы могли их объединить, но этими инструментами пользуется не только система здравоохранения. Я использую эти инструменты, когда работаю с пациентами, и сами пациенты могут проводить мониторинг, могут проверять, они инфицированы или нет. Они приходят в поликлинику только тогда, когда они знают, что это безопасно, что они не составляют никакой риск. Есть еще другие инструменты, такие как мобильные аптеки.
И такого вида инструменты позволяют нам избегать ненужного посещения поликлиник, например, для того, чтобы забрать лекарства. Им не нужно ходить в определенное здание. Я думаю, что можно было это сделать раньше, можно это было сделать лучше. Мы должны были инвестировать больше в цифровое здравоохранение. Мы это делали, но только в некоторых регионах. На некоторых территориях это были такие центры совершенства. Это было недостаточно распространено. Это немного потерянный шанс. Но в случае тех пунктов, которые работают на основе современных систем, они помогли нам собирать данные, помогли нам отслеживать контакты и помогают нам понимать, насколько мы справляемся с борьбой с ковидом, количество пациентов, у которых позитивный результат тестов, количество пациентов во всем. Мы все это можем проверять. Мы, конечно, учимся постоянно. Мы учимся на опыте, того, как нашей страны коснулся эпидемия ВИЧ. Те решения, которые применялись тогда, они оказываются полезными и сегодня. Я хочу еще обратить внимание на несколько моментов. Приложений, в общем, слишком много. Мне кажется, что у нас перезагрузка, информационная перегрузка, и это, к сожалению, бьет в наши усилия в борьбе с ковидом. Нам нужны определенная рама управления, чтобы мы знали, что есть, что работает, какие приложения используют. Мне необходимо не только развивать инновации, но и регулировать то, что уже существует. Нужно тоже доверять приложениям и нужно использовать их во благо общества. Так что стратегия управления очень нужна, единая общая стратегия. У нас все еще структурные проблемы, издержки доступа к интернету. Это тоже барьеры и различные цифровые системы, не всегда интерактивные. Это те задачи, с которыми нам необходимо справляться. У нас есть уже законодательные рамки, мы их внедрили, и они должны нам обеспечить защиту данных, должны нам обеспечить секретность данных. И еще одна вещь – инвестиция в цифровую компетентность. Для того, чтобы создать потенциал управления данными Big Data. Большое спасибо. Это очень интересная информация, очень интересные сведения. Я заодно хочу подчеркнуть, что вы сказали в конце, что необходимы границы, рамки, цифровая компетентность. И вернем еще к тому, о чем вы говорили, о том, что слишком много информации, как этого избегать. Да, приложений слишком много. И у нас тоже с этим проблема, особенно у граждан с этим проблема. А теперь я хочу воспользоваться той спасибностью, что мы можем с вами общаться. Пожалуйста, задавайте вопросы, комментируйте, пишите свои сообщения в чат. Мне сразу передают ваши вопросы, и мы можем подключать ваши вопросы под нашу дискуссию. А теперь, пожалуйста, Анурага Гупта. Давайте перейдем дальше. Давайте выйдем за рамки пандемии. Как можно цифровые инновации вводить для поддержки здравоохранения, чтобы эта система была более эффективной? До сих пор мы были свидетелями того, как можно управлять пандемией. Мы наблюдали, что нужно избегать этой нагрузки системы, когда необходимо отслеживать контакты, когда необходимо их направлять в соответствующий сектор. Но давайте посмотрим в будущее. То, как цифровые инновации могут защищать отдельных граждан. Что на эту тему можно сказать? Я, по сути, не уверена в том, что у всех в Гаве есть много различных
операции. Мы поддерживаем многих государств. Мы обеспечиваем 80 миллионов детей вакцинами. В этих государствах рождаются каждый год дети, которых необходимо прививать. Так что уже одни вакцины – это 1,5 миллиарда инъекций в год на это уходит. А это значит? Это значит, что это огромные инвестиции. Это огромные операции, огромные проекты. Это, конечно, связано и с частным сектором, с государственно-частным партнерством. В 2000 году эта система функционировала как правительственно-частное партнерство, и мы хотели создать уникальный союз, который может побороть конкурентность других представителей других секторов. И так мы подготовили почву для введения инноваций. Мы предложили тогда предоставление вакцин во всех этих государствах. Мы тогда еще использовали цифровые технологии, так как могли. Я люблю подчеркивать, что вакцины происходят, когда три В в одном месте. В как вакцина, два как человек, который вакцинируемый и прививаемый, и в три человека, которые вакцину вводят. Так что вот эти три субъекта, если нет ребенка, мы не сможем никого привить. Если нет врача, мы тоже не сможем привить. Так что это три субъекта, они очень важны, они необходимы. И для каждого нужно применить соответствующую технологию. Что касается самих вакцин. Мы используем здесь тоже цифровые технологии для того, чтобы гарантировать правильную систему управления логистикой вакцинации. Мы видим, как перемещаются прививки, в какой степени они используются, где они хранятся, в каком количестве. Появились также новые инновации, например, дистанционный мониторинг температуры хранения вакцин. Поэтому введем архивы данных, у нас есть система мониторинга температур, мы вводим это все в холодную цепочку поставок, и поэтому мы можем гарантировать соответствующую температуру хранения вакцин. Ведь их необходимо хранить в правильной температуре. Если температура меняется, то вакцина теряет свою мощность. Так что с помощью таких новых технологий мы можем прививать детей правильно, использовать действующие вакцины. Это нам позволяет поднимать эффективность наших интервенций, наших действий. Что касается самих пациентов, необходимо помнить об электронных архивах иммунизации. Во многих странах есть очень слабые системы здравоохранения. Там нет соответствующих институтов, которые, например, регистрируют рождаемость и смертность. Ведь нам нужно знать, какое у нас целевое население. Дети сами не могут вводить себя в регистры, поэтому такая система необходима, чтобы знать тоже, вовремя ли прививаются дети, используются ли правильные вакцины. Мы много инвестировали в повышение цифровых квалификаций. Человек, который прививает детей, у него вначале нет таких цифровых квалификаций. Очень часто, когда мы вводим новые вакцины, мы можем вводить новые формальные требования. Поэтому необходимо повышать квалификации, цифровые квалификации тех людей, которые прививают детей. Как мы можем еще увеличить
распространение вакцин. Мы передаем, например, какая польза от вакцин. Мы используем цифровую технологию, чтобы рассылать информацию о вакцинах на мобильные телефоны посредством СМС, чтобы информировать общество о пользах, связанных с прививками. Информация, знания – это лучший антидотум в борьбе с незнанием, неосведомленностью. Большое спасибо. С вашей точки зрения, скажите, пожалуйста. Какой вопрос в глобальном масштабе самый важный в контексте этих объединений между технологиями, а тем, что мы делаем на практике? Что привело к тому, что люди функционируют эффективно в этой системе? По-моему, это связано с непосредственным контактом, потому что в ситуации пандемии все чаще мы говорим о локдауне, о общественном дистанцировании. И одна из вещей, которую мы очень быстро начали понимать, это вопрос, связан с теми проблемами, которые имеются в различных системах здравоохранения, которые мы поддерживаем. Различные системы сказали, что больше всего проблем появилось вдруг в системе вакцинации, потому что, например, матери начали бояться ходить с детьми в поликлинике, персонал поликлиник начал опасаться и часто перенаправляли также персонал в те места, где этот персонал был нужнее. И это шатнуло всей системой, и поэтому необходимо было начать действовать инновационно. И мы заметили, что многие решения были недостаточно, и необходимо было их быстро применить и заодно повысить их эффективность. Доктор Агравала, а тот же вопрос к вам. Скажите, как это выглядит с вашей перспективы? Что здесь самое главное? Как цифровые технологии могут повлиять на повышение иммунитета общества? Как можно предложить эти технологии обществу, чтобы эта технология использовалась эффективно? Я согласен с тем, что сказала Анурада. Это замечательный пример тому, как можно цифровые решения применить для решения различных физических проблем. И цифровые решения, конечно, помогают нам справляться с нашими задачами. Мы имеем отношение с тремя уровнями, где мы можем наблюдать изменения в медицине. Люди постоянно в мире. Есть врачи, есть пациенты. Информацию можно передавать на уровне здравоохранения, но основа – это пациент. Пациента можно объединить при помощи технологии с врачами. Не обязательно только с врачами, можно с ботом, с технологиями. И я думаю, что мы идем в направлении цифровое. Мы будем объединять цифровые решения. Будут общаться друг с другом приложения, а не люди. Цифровые устройства будут составлять образ человека. И будем общаться посредством алгоритмов. И мы будем передавать информацию путем алгоритмов. В той области, где я функционирую, то есть геномика, то цифровые решения – это не возможность, это обязательство. Мы здесь имеем дело с миллиардами различных правил, по которым задействуют люди. И цифровые решения здесь необходимо применять. В Индии получается меньше, чем один доктор на 1000 человек. Если мы посчитаем всех докторов, которые работают во всем мире, мы понимаем, что в Европе 4
врача на 1000 человек попадает, а в Индии у нас нехватка врачей, и поэтому нам нужны цифровые технологии, чтобы эффективнить нашу систему. Обязательно обучать и врачей, и граждан, и тогда цифровые решения смогут поддержать нашу систему. Люди не всегда обязаны все знать сами, но они должны быть в состоянии внедрять основные решения. Нам необходима инфраструктура, и мы будем видеть, как будет расти количество применения алгоритмов и цифровых решений. Наверняка произойдет некоторая автономизация цифровых технологий. Что мы практикуем в ежедневной жизни, это связано с тем, что у нас уже были подготовлены соответствующие цифровые планы, а будут еще развиваться. Мы постоянно проводим тестирование этих систем. Мы хотим, чтобы все работало быстро, эффективно, но нет ничего быстрее, чем цифровые технологии. Но вопрос, работают ли они, и мы будем сосредотачиваться на тем, что мы не именно работали, чтобы гарантировать их функциональность. Нам нужно представлять, как ситуация будет выглядеть в будущем, и справляемся ли мы с помощью людям. Большое спасибо. Это действительно решение, которое смотрит в будущее, но я понимаю, что с вашей точки зрения цифровые решения могут принести такие решения, которые приведут к тому, что классические услуги здравоохранения, которые мы знаем во всем мире, что они будут применяться по отношению к каждому человеку, что это та основа, это ваша основная мысль. Как вы воображаете, этот элемент связан с доверием? Этот элемент уже появлялся сегодня. Это действительно феноменальный вопрос. Что касается доверия, я могу сказать следующее. Когда придет время, тогда алгоритмы будут говорить людям, врачам, что им предстоит делать. И это уже будет вскоре. Врачи будут в состоянии понять полностью, каковы причины. Но когда посмотрят на данные, которые ведут к тому, чтобы прийти к определенным выводам, пациенты, как правило, доверяют врачам, а врачи доверяют клиническим исследованиям, тем, которые предоставляют данные. И поэтому это все должно быть соответствующим образом уравновешенным. Так нужно будет сделать. То есть нужно будет придумать способ, как данные смогут передаваться быстро. Этот уровень доверия будет высоким, и система будет также эффективной. Но это тогда, когда будет гарантироваться прозрачность, когда будем знать, откуда происходят данные, будет ли это с помощью технологии блокчейн или другой. Если эти данные будут видимы для всех, тогда прозрачность будет основой для доверия, а доверие позволит сделать прогресс в этой области. Прозрачность, все это сводится к прозрачности. Спасибо большое. Я со всей уверенностью, я вполне убежден, что видение, которое вы нам представили, является верным. Я сейчас смотрю на вопросы в чате и в секции «Вопросы и ответы». Эти вопросы поступают, их все больше. Они обращают внимание на два вопроса. Первый момент касается того, как гарантировать право на приватность в контексте оцифровки данных о здоровье. Я думаю, что это действительно вызов. И дискуссия на эту тему проходит во всем мире. Даже в Германии мы являемся свидетелями интенсивной дискуссии на тему простого приложения, которое отслеживает контакты, которое полностью децентрализовано. И это действительно была проблема, чтобы ввести его на рынок. И второй вопрос касается связи между частными и общественными публичными экосистемами. У нас появляется аспект коммерциализации. Когда я смотрю на эти вопросы, я так понимаю, что мы имеем дело, может быть, не со страхом, а, скорее всего, с вопросом, кто рулит, кто за рулем. Кто является моторной силой,
гражданское общество, кто будет эти стандарты устанавливать? Будет ли развиваться система здравоохранения? Попрошу Бернарда высказаться, потому что он сначала относился к вопросу, связанному с именно со цифровкой, с технологиями. Большое спасибо. Первый вызов касается того факта, что цифровые решения и здравоохранение – это элементы, которые управляются с помощью совсем другой культуры, культуры монетизации данных. Нам не нужно применять такие решения. Если бы нам связать эти два элемента, как можно смирить друг с другом эти два крайних элемента для того, чтобы это было выгодно абсолютно для всех. Вопросы приватности, а также доступа к данным – это очередные экстренные вопросы. Конечно, можно прийти к выводу, что если мы воспользуемся данными о здоровье, мы не будем вредить людям, а как раз наоборот, будем усовершенствовать системы здравоохранения. Принцип, в первую очередь, не вредить, лежит у основ образования и работы любого врача. Поэтому мы предлагаем в глобальной стратегии здравоохранения рамки, которые будут регулировать использование цифровыми данными о здоровье. Это данные, которые нам нужно внедрить для того, чтобы отнестись как к вопросу частности, приватности, так и для того, чтобы позволить на то, чтобы цифровые технологии могли, пользуясь этими данными, предлагать преимущества без нарушения приватности, без нарушения этических вопросов. Наша стратегия говорит о том, что люди это понимают, и построение правильной экосистемы доверия связано не только с публично-приватным партнерством. Нам нужно объединить мир науки и гражданского общества. В Всемирной организации здравоохранения мы создали так называемые сети, потому что мы сейчас имеем такую культуру. Я хотел бы тут остановиться на этой культуре немножечко. Мы являемся субъектами навыков, привычек. Со Второй мировой войны, когда была создана наша организация, нам нужно было справиться с вызовами того времени. Но сейчас другие вызовы, пришло цифровое время. И у нас пандемия, поэтому нам нужны новые принципы, новые нормы, новые принципы функционирования. В нашей жизни существует экосистема доверия, и так нужно это сделать. Сила Всемирной организации здравоохранения состоит в том, чтобы создать элементы, объединить элементы, которые являются конвергентными. И рамки, которые определяют данные о здоровье, являются существенной частью. Также обеспечение интероперативности и так далее. Но мы должны также дойти до тех игроков, которые будут определять эти нормы. Мы не входим в эти взаимодействия как организация. Мы не входим в взаимодействие с частным сектором. У нас таким образом два экстренных момента, которые нам нужно объединить. Большое спасибо, Бернардо. Это было очень четко описано тобой, твой опыт. Когда ты начал говорить о том, что самое главное – это то, чтобы иметь стратегию цифрового здравоохранения. Я думаю, что все это, что ты сказал, именно пошло в этом направлении. Многие вопросы, которые сейчас готовятся во время пандемии, помня о том, что у нас есть такая цифровая стратегия здравоохранения, это все дает нам рамки, над которыми мы можем работать. И у нас приложения, которые позволяют нам расширить это. А сейчас я попрошу тебя попросить, чтобы ты сказала, где все эти заинтересованные стороны, лица, которые будут работать над тем, чтобы можно было построить, снизить доверие к этим программным приложениям. Прежде всего, я считаю, что мы должны
гарантировать присутствие большинства составных. Нам нужно правильным образом гарантировать управление цифровыми данными в области здравоохранения. Данные – это не только концепция для цифрового сектора. Все это должно вовлекать также и другие ведомства, Министерство коммуникации, здравоохранения, финансов, но также и Министерство образования. Это означает, что именно в этих рамках управления мы должны ввести многие другие сектора и ведомства. Нам нужно также вовлечь в эти действия разные секторы, частные, общественные, гражданского общества и мир науки. Но недостаточно будет вовлечь эти субъекты, но также и сильно их заинтересовать. Что мы сделали в Республике Южной Африки? Когда мы начали работать над развитием цифрового здравоохранения, мы начали с стратегии IMHealth и L-Health. Когда мы это делали, мы смотрели на все цифровые инструменты, которые были использованы и в частном, и в общественном секторе. Мы создали нормативные рамки, которые имели своей задачей провести анализ всех данных в публичном и частном секторе. Это указывало на слабости и сильные стороны обоих секторов. Показывала, какие системы работают, которые не работают, которые следует модернизировать. Это был очень полезный опыт, но недостаточно строить системы вокруг пациентов, если мы не вовлекаем самих пациентов. Я согласен с тем, что сказал Бернардо, что вне зависимости от того, какие бы это ни были системы, которые мы развиваем, частные, общественные, публичные, всегда в центре должен находиться пациент. И когда я говорю «пациент», я не имею в виду, что этот человек должен быть больным. Дело в том, чтобы там был человек, вообще человек. Когда человек болеет, это уже совсем другой этап. Но поэтому люди, которые не болеют, они также должны обеспечиваться цифровыми решениями для того, чтобы поддержать здоровье. Эти люди должны иметь доступ к цифровым решениям. Эти системы должны опираться на человека. То есть человек должен находиться в их центре. Цифровые решения не должны применяться только, или к ним доступ не должен быть только для тех, кто работает в системе здравоохранения. Нам нужны также компетенции в этой области. Те, кто будет пользоваться этими инструментами, должны делать, как это делать. Спасибо большое. Большое спасибо, Precious. А сейчас открытый вопрос ко всем членам этой дискуссии. Может быть, вы хотели бы что-нибудь добавить к тому, что было сказано? Может быть, кто-то хочет высказаться. Кира, я смотрю в твоем направлении. Я не уверен, правильно ли я толкую этот термин. Ты говорила о триаже, отборе пациентов. Это то, что с этической точки зрения может быть очень трудным. А здесь мы относимся к тому, как цифровые системы могут принимать решения с применением алгоритмов искусственной интеллигенции. Это было неоднократно затронуто в нашей дискуссии. Поэтому кажется, что это довольно необычно и потенциально может нести с собой угрозы. Кто принимает эти решения? Как это выглядит? Как эти системы спроектированы? Как бывший журналист, я именно отношусь к этому конкретному доводу. Концепция клинического триажа уже сотни лет существует. Пациенты должны получать помощь, лечиться в зависимости от неотложности помощи. Это можно делать вручную, но проблема состоит в том, чтобы ввести систему здравоохранения в одно направление. Этот триаж очень важен. Если все, например, обратятся к медсестре, не будет достаточно много времени у медсестры, чтобы заняться другими людьми. Поэтому нам нужно в настоящий момент снизить количество пациентов, которые находятся в приемных покоях. И нужно туда перенаправить тех, кто действительно этого требует. Нужно также помнить о честности.
в Science полтора года назад была опубликована статья, и там говорилось о том, как проактивные алгоритмы предусматривают то, как пациенты получают помощь в системе именно в Америке. И оказывалось, что в прошлые годы пациенты не получали соответствующей помощи в системе здравоохранения. И система IT наблюдала за тем, как нужно относиться к этим пациентам. Алгоритмы IT просто дают рекомендации. Эта тема, конечно, говорит о том, как алгоритмы могут действовать более честно, более справедливо. Ученые должны обеспечивать системы, которые легко объяснить для того, чтобы была обеспечена прозрачность. Мы имеем дело с разными математическими алгоритмами, которые гарантируют честность, и не мы должны их совершенствовать, не влияя на аспекты их работы. Когда мы располагаем клиническими данными, алгоритмами, мы должны ими пользоваться. Мы сейчас зачастую проигрываем борьбу в масштабе. Это было раньше сказано Анурага. Когда будет система, которая будет опираться на миллионы разных данных, мы перейдем к решениям, которые являются более интересными, как в финансах, например. Почему бы этого не сделать в системе здравоохранения? Это отнюдь не означает, что не будет этого человеческого фактора. Это означает, что его будет больше, потому что врачи смогут почаще встречаться лицом к лицу, чем заниматься административной работой. За 100-200 лет эти пациенты просто получали помощь, сейчас это будет 500 человек. Это не тот масштаб. Большое спасибо, доктор Абравал. Я уверен, что у вас есть свои промышления в этой области. Да, конечно. Первая мысль относится к приватности. Контекст является очень существенным. Это местный контекст. Если посмотреть, например, на разницу в ВВП в Европе, в разных местах, все это зависит от того, как мы смотрим на данные о здравоохранении, их использование, правильное или неправильное. Все это нелегкие выборы. И то, как потом мы справляемся со здравоохранением, как мы совершенствуем системы здравоохранения, это все является очень динамичным процессом. Для того, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду, я скажу следующее. Если кто-то сможет скачать наши данные, использовать данные, это была бы плохая идея. Но если бы эти данные были доступными для алгоритмов, которые помогают нам лучше управлять нашим здоровьем, это была бы очень хорошая идея. Я думаю, что мы в начале эпохи науки именно о компьютерах, то есть еще многие вещи не используются. Наши данные могут оставаться еще на нашем мобильнике. Все-таки алгоритмы могут их использовать все лучше для того, чтобы наш опыт в контакте со службой здравоохранения был все лучше. И в этом нет ничего плохого. Также базы данных о геномах тоже могут оставаться в одном месте. Я не вижу возможности, чтобы это можно было просто скачать, потому что всегда эти данные могут злоупотребляться. В Индии это тоже существенно, но мы хотели бы заодно, чтобы четко организованные системы здравоохранения были все лучше. У нас 1000 наборов геномов, которые были проанализированы в Индии, и мы проанализировали 13 миллионов генетических вариантов, которые раньше не были опознаны. Для того, чтобы еще раз проанализировать африканские геномы, наверное, очередные 15 миллионов пришлось бы определить. И мы бы хотели, чтобы наши данные также были доступны для всего мира, как американские и так далее. Это не должно быть все закрыто для того, чтобы никто этим не пользовался. Конечно, генотипирование стоит деньги, но мы должны их защищать таким образом, чтобы никто не смог ими воспользоваться без нашего согласия. Большое спасибо. Это существенная ремарка.
Я вижу, что идет бурная дискуссия на чате. Появился вопрос, касающийся того, что уже появились требования ransomware по отношению к больницам во время ковида. Это все данные, которые должны быть соответствующим образом защищены. Поэтому здесь появляется вопрос часто об обеспечениях системы и этический вопрос. Кто принимает все эти решения и как выглядит интерфейс между человеком и цифровым миром? Мне кажется, что это нечто, что только будет формироваться в будущем. Мы видим, что потенциал является огромным в плане цифровых технологий. Одновременно эти технологии входят в пространство, где мы их не ожидали настолько мощно. Нужно привыкнуть, что, например, с помощью мобильника мы можем выходить на связь с семьями и так далее. Но это другое, если мы передаем наши данные врачу, чтобы проконсультироваться с ним. Я хочу уйти немножечко от этой темы и перейти к следующему пункту дискуссии, посмотреть на будущее, подумать о рекомендациях, которые мы как группа хотим передать сообществу. Только еще один краткий вопрос, касающийся доверия. У тебя опыт с прививками, с вакцинами. Это означает, что ты являешься в прямом контакте с сообществом, с населением. Нужно работать больше, если большинство услуг здравоохранения перейдет в цифровое пространство. Это вопрос. Я думаю, что нужно выбирать очень четко, как мы будем использовать цифровые технологии. Эта ценность контакта с человеком тоже должна оцениваться по достоинству. И думаю, мы все это уже услышали раньше. Все, что можно охватить оцифровкой, это нужно сделать. Такие цифровые анализы, не должны ли мы, например, запускать данные пациентов в цифровую систему? Это хорошо для пациентов или нет? Ведется такая дискуссия. С другой стороны, доверие, которое население возлагает на сотрудников здравоохранения, это то, что тоже нужно оценивать по достоинству. Вмешательство людей всегда является этим критическим моментом. Еще одно, чего мы не упоминали, а касается справедливости. Мы немножечко говорили о справедливости, но я хочу подчеркнуть, что мы должны быть уверены, что то цифровое пространство, которое уже существует, не будет углубляться, что этот маятник не пойдет в другую сторону, что мы не упустим с виду проблемы с неравным доступом к службе здравоохранения. Нельзя никого оставлять сзади. Это то, что нам нужно помнить постоянно. И да, именно это мы должны учесть. Я к этому хотел перейти сейчас. У нас нет равного доступа к миру онлайн. Мы об этом говорили. Те системы, которые функционируют, существуют, они, можно сказать, работают по-другому в разных частях мира. Половина нашей планеты по-прежнему остается вне мира онлайн, или качество соединения является очень низким. Мы говорим о удаленных местах, но есть такие и места, где цифровые технологии не являются доступными для всех, ну или же неравным образом. И кажется, что все это опирается на ситуацию, которую мы знаем с прошлого, то есть и многие люди, которые были уязвимыми к другим проблемам, и они являются уязвимыми также с доступом к цифровому миру. Это люди в ситуации, которая является уязвимой. Как сделать, чтобы служба здравоохранения была доступна для всех? Как это сделать, чтобы никто не остался сзади? Я хотел бы тут упорядочить нашу беседу и предлагаю всем по 2-3 минуты
Пожалуйста, передайте практические рекомендации по вашему опыту, как это сделать, чтобы цифровое здравоохранение, чтобы все эти цифровые инновации служили всем, чтобы они были универсальными, чтобы никто не остался сзади. Давайте начнем с Бернарда. Большое спасибо, Патрик. Мне кажется, что некоторые из участников нашей дискуссии уже говорили о том, что нам необходимо сделать и какие у нас задачи и в киберпространстве, и в реальной ежедневной жизни. И лидеры тоже об этом говорят, и главы государств говорят о том, что нам требуются новые правила в киберпространстве. Потому что переносить правила из такой физической жизни в виртуальную, оно не всегда будет действовать. Я хочу тоже подчеркнуть, что нельзя забывать о гендерном равенстве. И это не только вопрос доступа к интернету. Здесь тоже вопрос доступа к интернету людей с неполноценностью также важен. С нашей перспективы мы видим, что наша роль состоит в поддержке правительствам, в создании такого пространства, которое будет доступно для всех групп. И Анурат тоже уже говорил о том, что у нас есть огромная цифровая пропасть, то есть огромная часть мира, у которых нет доступа к широкополосному интернету. И поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы продвигать цифровые технологии и продвигать доступ к этим технологиям среди тех, у которого этого доступа нет. Мы содействуем с различными субъектами здесь на местах, с ITU, с государственными правительствами. Это наши партнеры в этом процессе. И речь шла уже о том, что здесь вопрос не только о здоровье, но и о технологиях, о финансах, о инвестициях. И надо собрать все субъекты. И нам необходимо все с собой согласовать, особенно мы намерены внедрять различные решения, и мы хотим их внедрять для блага общества. Так что да, мы понимаем, что есть огромное неравенство, что не хватает равного доступа. Мы это видим. И на каждом уровне, тоже на уровне нашей организации, нельзя забывать, что сотрудники, которые работают с местным сообществом, что им тоже нужны соответствующие квалификации для того, чтобы продвигаться дальше, чтобы применять новейшие решения. Надо работать вместе, надо работать больше, еще больше вместе, чем раньше. Это ключ для будущих решений. Спасибо. Нужно отнестись к вопросам, которые связаны с неравенством и с качеством. Необходима реформа нашей системы, необходима реформа наших действий, необходимо вводить новые решения и все делать устойчиво. Необходимо гарантировать законодательные рамки. Что касается таких решений, инвестиций в повышение квалификации, повышение инвестиций в развитие человека. Это очень важный момент. И это связано с тем, что нам фактически нужно идти ногу в ногу с цифровой революцией. Необходимо за ней преуспевать. Анурада говорила о том, что есть страны, где важнейшим моментом являются самые основные потребности. И есть возможность, чтобы технологии нам помогли повысить эффективность реагирования в таких пространствах.
система здравоохранения меняется, она проходит трансформацию, и эта трансформация должна идти в том направлении, чтобы повышалось качество медицинских услуг. Мы видим, что те, кто пользуется этими услугами, у них есть соответствующие инструменты, чтобы управлять своим здоровьем, чтобы не бегать по поликлиникам с какой-то самой маленькой медицинской проблемой. Если мы сможем обеспечить такой уровень здравоохранения, то и соответствующий уровень цифровых решений, то вся система будет более эффективна. Необходимо поддерживать тех людей, которые живут в провинции, там, где нет доступа к медицинским услугам. Если у кого-то нет определенного адреса, например, то этот человек поддается маргинализации, у него нет доступа к здравоохранению. Так что географическая локализация не должна быть барьером на пути к доступу к медицинским услугам. У нас есть шанс исправить результат. У нас есть шанс, чтобы поправить эффективность, чтобы повысить эффективность работы с пациентом именно благодаря цифровым инструментам, о которых мы только что говорили. Это позволит нам повысить достигаемость наших целей. Большое спасибо. Я сейчас хочу обратить внимание на несколько моментов, которые вы затронули. Если я правильно понимаю, вы надеетесь на то, что если мы организуем соответствующие цифровые квалификации, то технологии помогут нам побороть барьеры доступа к здравоохранению. Бернардо, если я правильно понимаю, опасается, что цифровое здравоохранение, технологии, которые применяются в системе здравоохранения, что они будут отражать те обстоятельства, которые у нас имеются в физическом мире, что все будет одинаково, что мы не справимся с отсутствием, справедливости. Так что есть риск, что мы перенесем те же проблемы, которые имеются в физическом пространстве, в киберпространство. Анага, а в какую сторону вы бы выбрали, с кем вы больше согласны? Я хочу обратить внимание еще на одну вещь. Мы пытаемся понять неравенство в доступе к вакцинам, потому что здесь действительно, эти неравенства существуют. Мы думаем о том, почему 19 миллионов детей в странах, которые мы поддерживаем, не получают даже основную давку вакцины. Это такой ребенок, который вообще не получил никакую вакцину. И что получается? Что оказалось, что нам кажется, что это дети, которые где-то живут где-то далеко в провинции. Нет, они просто часто живут в столице, в очень бедных кварталах, и они функционируют там, а они где-то по разным районам рассеяны. И очень сложно к ним попасть. И очень часто сложение – это результат бедности, нищеты. Это дети, которые живут в нищих семьях, которым выживают за около доллар в день. Так что этническая группа, тоже не гендерные барьеры, например, мать не образована, она ничего не может сделать. Так что появляется очень много разных факторов, которые необходимо учитывать. Я хочу сказать, что нельзя проводить равенство между трудностью географической и неравенством. Это не всегда тождественно. Мы можем пользоваться big data, и об этом необходимо помнить. Мы можем пользоваться искусственным интеллектом с целью использовать данные для того, чтобы понять, где именно живут эти маргинализованные общества и
почему у них нет доступа к определенным услугам. Так что это не связано только с отсутствием соединения с интернетом. Нет, мы можем использовать технологии, которых доступ есть у нас, чтобы поправить доступ к технологиям среди маргинализированных обществ. Еще одна вещь, требуются технологии, которые существуют и могут применяться везде, потому что технологии самые разные, доступ к технологиям на различных географических пространствах разный. В некоторых странах используются мобильные телефоны, которые могут быть ресурсом доступа. Но у женщин нет таких телефонов. В других странах именно женщины пользуются мобильными телефонами. Так что в разных странах дела обстоят по-разному, и надо это оценить индивидуально. Общество за обществом нужно пересмотреть, и только тогда на основе анализа можно принимать интеллигентные решения. Ануак, еще раз обращусь к вам. Что сделать, чтобы здравоохранение стало доступной для всех? И я начну с комментария на тему того, что сказала Precious, что сделать, чтобы пациенты не приходили в поликлиники, когда это не нужно. Мне кажется, это ключевой пункт, что системы здравоохранения слишком нагружены. У нас пациент чаще всего проводит с врачом 10-20 минут. На основе каждого визита, во время каждого визита нужно получить максимум информации. Нужно сделать так, чтобы эффективнить эту систему. Некоторые ведь заболевания, некоторые проблемы, связанные с ним, можно оформлять путем переговора по телефону. Так что нужно здесь развивать доступ, цифровой доступ, но чтобы это был дешевый, недорогостоящий доступ. Это вопрос, как это сделать с таким умным людям, как Бернардо. Может, он что-то порекомендует. Нужно действовать на международном уровне. Здесь очень важно вовлекать частный сектор. Я понимаю визию Бернарда. Да, в конце концов появятся разные продукты, и они не будут доступными для всех. Неважно, как мы их назовем, но эти хорошие услуги, эти достаточно хорошие услуги, системы должны быть доступны для всех, чтобы люди, по крайней мере, могли пользоваться основной медицинской помощью, чтобы могли пользоваться, не выходя из дому, не теряя времени. Огромное количество людей тратит деньги, тратит время, чтобы попасть к врачу. Большое спасибо за ваши высказывания. Спасибо за ваши комментарии, особенно что касается контакта интерфейс человек. С точки зрения жизни в Германии, я могу подтвердить, что когда мы смотрим на исследования отношений между пациентами и врачами, то много визит, в принципе, они не нужны. Что это просто какой-то общественный вопрос, а не вопрос здоровья. Часто здесь речь идет просто о контакте, и это касается особо старших людей, которые часто просто ходят по врачам, а не заполняют коридоры в поликлиниках. Просто у них такая потребность. А может, можно как-то по-другому обеспечивать их потребности, их нужды. Мне кажется, это тоже важные моменты. А теперь я обращусь к Кире. Как сделать, чтобы цифровая здравоохрана была доступна для всех? Я хотела затронуть несколько пунктов. Как я уже говорила, есть некоторые алгоритмы, которые показывают, что наш алгоритм справедлив. Но сначала давайте поговорим о виртуальной
пространстве демократизация здоровья – это важный момент. Он говорит о том, что у каждого должен быть доступ к врачу, даже к самому лучшему врачу в мире. И даже в случае киберздравоохранения есть страны, где 25% населения даже не знает, что может пользоваться виртуальными услугами. Я не говорю про бедных людей, я говорю про просто людей, которые просто не знают, что у них есть определенные возможности. Может, необходимо преподавать это в школах. Пользуйтесь виртуальными услугами, попробуйте. Следующий пункт – это образование врачей. Образование врачей в разных странах, у врачей разное образование. Их учат по-разному. И теперь построение такой системы во всем мире должно значить, что у врачей должен быть доступ к таким данным еще на этапе образования, чтобы ко всему подходить устойчиво. Да, вы ясно поставили этот вопрос, вы четко определили свою позицию. И теперь последняя часть нашей дискуссии. Здесь прошу вас высказываться еще более кратко. Когда мы смотрим на то, что мы уже сказали, какие пункты, какие рекомендации мы можем выдвинуть после нашей дискуссии, после нашего заседания? Я смотрю на часы. У вас богатый опыт в области управления. Вы знаете, что нужно делать. Вы знаете, каково должно быть главное послание, главный итог нашей дискуссии, что делать, чтобы справиться в будущем, чтобы приспособить физическую жизнь к цифровой жизни, что делать, чтобы услуги для людей были лучшими, что бы вы хотели видеть в нашем заключительном отчете. Я хочу подчеркнуть, что электронное здравоохранение – это не только то, что мы получаем в киберпространстве. Требуется общая стратегия, которая учтет и локальную инфраструктуру. У каждой системы должна быть какая-то национальная конкретная миссия, которая будет учитывать важнейшие медицинские потребности общества. Анурада? Мне кажется, что касается реализации услуг здравоохранения, это важнейший пункт. Плюс эффективность, ответственность и цифровые решения нам помогают добиваться прогресса в этой области. Технологии в системе здравоохранения позволяют нам также более осторожно позволяет тратить инвестиции, более основанных на равенстве. Кира? Кроме того, что мы уже сказали, мы говорили про равенство, мы говорили про сотрудничество между правительством и частным сектором, я хочу поговорить о обмене данных. Если бы правительства локально обменивались данными на тему здоровья, если бы правительства обменивались данными на тему борьбы с пандемией, мы бы могли защитить больше жизней. Все правительства должны предоставлять свои данные другим правительствам. Так что обмен данными. Очень интересное замечание. Бернардо? Спасибо. Я думаю, что ключевой рекомендацией может быть то, о чем уже говорили другие, что любая страна должна иметь, что каждая страна должна иметь собственную стратегию, собственную цифровую стратегию. Эта стратегия должна регулироваться много разных вопросов равенства доступа и так далее, все этические вопросы, доверие, секретность. Это первая. Вторая вещь. Каждая страна должна понимать, в каком месте она находится в этом киберпространстве, в каком моменте,
что еще нужно сделать, какие инвестиции необходимы, что нужно ускорить, насколько эта страна является зрелой в цифровом пространстве. Нужно оценить свою позицию и идти в направлении повышения этой позиции. И еще последняя ремарка. Экосистема здравоохранения требует постоянной эволюции, постоянного улучшения. 10 лет цифровых технологий – это 60 лет человеческой жизни. Так что не стоит создавать стратегии, в результате которых мы будем добиваться краткосрочных результатов. Нужно думать о будущем. Спасибо, Бернардо. Да, такие стратегии должны быть приспосабливаемы. Я понимаю, что эти изменения, которые происходят в киберпространстве, они очень динамические. Это такое мышление, которое основывается на проектировании, на дизайне. И Precious, вам слово. Нам нужно хорошее управление системой здравоохранения. Нам нужно исправить доступ к интернету. Для того, чтобы это произошло, необходимы инвестиции. Инвестиции, прежде всего, в человеческий потенциал, в развитие человека, чтобы мы преуспевали за цифровой революцией. Нам тоже нужна устойчивая инфраструктура, которую мы сможем содержать и расширять. Так что недостаточно сказать «инфраструктура». Это должна быть инфраструктура, которую мы сможем и содержать, и расширять. Спасибо. Это очень четкие рекомендации. Я смотрю на то, что вы сказали раньше, и мне кажется, что есть несколько пунктов, которые здесь можно отметить. Я обратила внимание, что появилась еще такая дополнительная тема, которая пересекается со многими мотивами. Мы говорили о квалификациях на разных уровнях. Мы должны знать больше, в какой степени мы можем использовать цифровые технологии, как мы можем ими пользоваться. Так что нужно тоже добиваться транспарентности. Транспарентности, которую мы упоминаем очень чаще. Кира говорила, среди прочего, о транспарентности, о той, как важную роль она играет. Кто-то говорил в общем о знаниях в области технологий. Это очень важно. Особенно, когда мы говорим о системе здравоохранения. Мы здесь объединяем две совершенно разные культуры. С одной стороны, здоровье, которое основывается на межчеловеческих отношениях в большой степени. А с другой стороны, у нас вот это киберпространство. Это две разные культуры. Вот это объединение культур, связь между этими двумя культурами, это очень важно. Любой человек, который имеет отношение с этой тематикой, врачи, академики, пациенты, они понимают, что объединять эти культуры непросто. И я хочу вас поблагодарить за эту встречу. Это была вдохновляющая дискуссия. Спасибо за ваше время. Мы записали вашу дискуссию. Мы предоставим ее на YouTube, на сайте EGF, тоже на нашем телеканале. Спасибо за вопросы, которые записали в чате наши слушатели. На часть вопросов мы уже ответили. Интересно читать ваши комментарии, ваше мнение на эти сложные темы. Благодарю всех организаторов
всю команду организаторов желаю вам удачного дня, и я надеюсь, что следующая встреча форума пройдет уже вживую. Конечно, это очень интересный формат, интересный режим, в котором мы встречаемся сегодня, но я надеюсь на личные встречи, надеюсь, эти встречи не исчезнут, и что после пандемии мы будем продолжать наши дискуссии. Это тема, думаю, будет одной из приоритетных и в будущем. Спасибо.